Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня, завтра и послезавтра, в честь 8 марта, я расскажу о трех изысканных виллах, в которых хотела бы жить любая женщина. А если женщина-архитектор, то она мечтает построить что-нибудь столь же совершенное. Венский архитектор Йозеф Хоффман в историю искусства вошел прежде всего как дизайнер мебели и предметов домашнего обихода. В 1903 году он стал художественным руководителем венских мастерских, созданных по образцу английского движения искусств и ремесел. Архитектура зданий, которые он строил, не была, мягко говоря, выдающейся, за исключением санатория Пуркерсдорф. Но один великий шедевр Хоффман создал. Это дворец Стакле в Брюсселе. Заказчик Адольф Стакле был наследником финансовой империи, а его жена Сюзанна – дочерью известного парижского арт-дилера. С Хоффманом они познакомились в Вене, где сначала хотели поселиться. Но после смерти отца Адольф с женой переехали в Брюссель, и дом для них был построен там. Дом проектировался и строился 6 лет, с 1905 по 1911 годы. Архитектору был предоставлен неограниченный бюджет. Дом должен был быть построен не просто как жилой, не только в едином стиле от генерального плана до всей обстановки и предметов обихода. В нем также должна была разместиться коллекция произведений примитивного и архаического греческого искусства, которое любил и собирал владелец. Асимметричная композиция виллы состоит из двух объемов – трехэтажного основного корпуса и стоящего под прямым углом к нему двухэтажного служебного. Асимметрия подчеркнута угловой ступенчатой башней и расположением главного входа с протяженным козырьком над ним. Центр главного фасада акцентирует полукруглый эркер, а вход находится сбоку от него. Садовый фасад решен с помощью двух мощных граненых эркеров и контрастной к нему полукруглой выемки в центре. Классическую симметричную композицию продолжает регулярный сад с прямоугольным бассейном, перголами по бокам от него и стриженными, как в барочных садах, кустами. Здание виллы облицовано белым норвежским мрамором. Углы подчеркнуты узкими рельефами из вороненой меди с замысловатым позолоченным орнаментом. Жесткость карниза смягчена выступающими мансардными окнами. Образ здания, хранилище произведений искусства, усилен скульптурой, четырьмя фигурами юношей, похожих на греческих куросов. Они венчают башню, напоминающую зиккурат. К античной классике отсылает дорическая колонна, установленная посреди бассейна перед садовым фасадом. Внутренняя планировка мастерски сочетает прямые осевые анфиладные построения и повороты. Войдя с главного входа, мы попадаем в небольшой вестибюль, откуда надо повернуть налево, чтобы сбоку войти в двусветный парадный зал. Ось зала ориентирована перпендикулярно входу и заканчивается эркером уличного фасада и выемкой на садовом. Напротив входа расположена лестница, ведущая на второй этаж. Справа от нее – музыкальная комната. Две двери по сторонам зала ведут в кабинет и в столовую. Они расположены в граненых эркерах, выступающих в сад. Хоффман спроектировал роскошный интерьер дворца. Все детали, вплоть до садовых ящиков, ручных зеркал и даже детских игрушек, были выполнены венскими мастерскими по его эскизам и рисункам Коломана Мозера, Михаила Повольного, Карла Отто Чешки. Каждая комната сама по себе является шедевром. В отделке прихожей сочетается зеленый мрамор с черными прожилками, белый с черным пол и черная мебель. Залитый светом со всех сторон парадный зал облицован мрамором двух сортов – розовато-серым и белым.
Полы сделаны из инкрустированного темного дерева, а кресла и диваны обиты замшей. По контрасту со светлым залом, в музыкальной комнате стены облицованы черным полированным мрамором с позолоченными молдингами, полы черного тика, а кресла, ковер и занавеси красные. На втором этаже просторная хозяйская ванная, отделана мрамором и имеет роскошную мраморную ванну и серебряные предметы обихода. В детской милые росписи со зверюшками, сделанные Карлом Отто Чешкой. Даже кухня стильно и красиво обставлена и отделана. В небольшой уютной комнате для завтраков со срезанными углами контрастируют черный и желтый цвета в обивке мебели, в рисунке ковра, в цветах пола и идиллического цветочного рисунка обоев. Но, конечно, самой изысканной является столовая со стенами, отделанными прекрасным мрамором, с черной мебелью, характерными хоффмановскими шахматными полами и панно, сделанными Густавом Климтом. Честно говоря, я с трудом представляю, как можно жевать в подобной обстановке. Когда Карл Эрнст Остхаус, меценат, о вилле которого я рассказывала, узнал, что строительство дворца закончено, он прервал заседание Веркбунда и сказал: «Владелец дворца Стакле в Брюсселе въехал в свое новое обиталище. Произведения с такой духовной глубиной и художественными достоинствами, каких не было в Европе со времен барокко. И действительно, дворец Стакле – это шедевр, единственное в своем роде цельное произведение искусства, новаторское, но с аллюзиями на архаическое прошлое. Вдвойне уникальным его делает то, что он до сих пор сохраняется со всей своей обстановкой в первозданном виде. Об этом позаботился Адольф Стакле, завещав отдельные деньги на содержание виллы. Дом находится в собственности наследниц первых владельцев, которые не пускают в него посторонних. Поистине, это священный храм искусств, недоступный вульгарным туристам. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте свои вопросы.